В Острогожске на улице Комсомольской на старой казарме воинской части обрушилась крыша. Случай произошел ранним утром пятницы, 22 февраля 2019 года. Пострадавших нет. Об этом корреспонденту российского информационного агентства «Воронеж» сообщили жильцы соседнего многоквартирного дома. Здание давно не используется с середины лета 2010 года по назначению и было закрыто в 2010 году. Проезд автотранспорта по улице Комсомольской перекрыли. Специалист воинской части по связям со средством массовой информации прокомментировать ситуацию отказался. Корреспондент российского информационного агентства «Воронеж» отправил запрос по данному инциденту в пресс-службу Министерства обороны Российской Федерации.